Ни в коем случае. Не верю ни в гадалок небес, верю в Бога. Верю, что есть там дьявол, что есть ад, что демоны есть, шайтаны. Надо доверять самому себе, в первую очередь. Надеяться на себя. То, что они на экранах существуют, да, бесов и балбесов полно. У самого не раз такое случалось. Один раз на машине мы ехали, у нас колесо лопнуло после того, как кошка перебежала дорогу. И один раз я, упал с мотоцикла. Я верю в гадалок, так как одна знакомая предсказала, и все сбылось. Вот у меня в 2010 году был такой, вот я в огороде работала вечером, уже часов 8 вечера, и так смотрю, что-то свет такой вот прям, сумерки, а свет-то, я думала, сосед что-то там, может, фонарь. Выхожу, и вот огненный огромный шар в огороде, прям во весь огород. Я выбежала, думаю, что соседи, может быть, а уже вечер, никого нет. И вот потом он начал подниматься, и так вот в сторону это. Вот это было в моей жизни.